Друзья, всем привет! С вами Виктория. В такую жаркую погоду хочется чего-то освежающего. И сегодня я предлагаю приготовить вместе молочный коктейль с бананами. И для того, чтобы наш коктейль получился еще вкуснее и похожим на мороженое, я с вами хочу поделиться небольшим секретиком. Бананы очищаем от кожуры. В очищенном виде они у меня завесили 410 грамм. Нарезаем бананы на небольшие тонкие кружочки. Затем перекладываем бананы в любой удобный контейнер или в пакетик. У меня вот такие пакетики для заморозки. И убираем в морозильную камеру на 1-2 часа. Нам нужно, чтобы наши бананы заморозились. Вот этот секретик берите себе обязательно на заметку. Таким образом, наш молочный коктейль получится еще вкуснее, насыщеннее и очень похожим на мороженое. Прошло 2 часа, бананы у меня хорошо застыли. И теперь перекладываем бананы в блендер. Также сюда можно добавить сахар, 2 столовые ложечки. Я добавлю сироп агавы. Можно добавить любой сироп или мед по вкусу. Можно вообще ничего не добавлять. Все равно будет достаточно сладко и без сахара будет еще полезнее. И выливаю сюда литр молока. У меня жирное молоко, можно использовать молоко любой жирности, можно использовать вообще растительное молоко, например, рисовое или овсяное. Также можно использовать кокосовое молоко. И выливаем сюда молоко. Молоко я предварительно поставила в холодильник, чтобы оно тоже было очень холодное. И теперь просто нажимаем на кнопку и все перебиваем с помощью блендера. Молочный коктейль с бананом готов. Разливаем наш молочный коктейль по стаканам, бокалам, украшаем и наслаждаемся. По такому рецепту коктейль получается очень вкусный. Консистенцию можно регулировать по вкусу, добавить побольше бананов, чтобы получился банановый смузи. Либо, если вы хотите, чтобы было немного более жидко, то добавьте побольше молока. Готовьте с удовольствием, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.